Людмиле Черкашиной больно смотреть на то, что стало с новой спортивной площадкой. Ее обустроили в прошлом году, когда двор на Мира отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. Ограждение все рассыпалось, а покрытие все вон отвалилось, пожалуйста, все перед вами. Когда это случилось? Когда? Ограждение сразу начало рассыпаться, когда его начали использовать. Запомните, что у нас здесь пользуется этой площадкой полгорода. В ноябре открытие благоустроенного двора отмечали праздником с фейерверком. К выполненным работам у жильцов претензий нет. Квартал стал комфортным и уютным. Лишь спортплощадка не дожила до весны без потерь. И выявилось это в то время, когда вот ребята здесь активно играют у нас в футбол, проводят различного рода соревнования, тренировки. Квартальный клуб здесь тренируется по футболу. И вот после удара мяча об сетку получается так, что ряд креплений просто вырваны. Специалисты службы заказчика городского хозяйства будут требовать с подрядчика выполнения гарантийного ремонта. Искусственное покрытие отправят в лабораторию на проверку, соответствует ли оно требованиям. По покрытию резинового стоит еще разобраться, что с ним. Это либо это механические повреждения, либо это некачественно выполненные работы. После этого подрядчик либо устраняет это все в рамках гарантийных. Если кажется, что это механическое воздействие, то тут дальше будем решать, что с этим делать. После 15 апреля служба заказчика городского хозяйства проведет осмотры всех дворов, реконструированных в прошлом году. Специалисты оценят качество работ.